Мы начали этот эксперимент с целью формирования культуры обращения с отходами на всех 109 контейнерных площадках, управляемых управляющей компанией авиастроительного района, установлено 428 контейнеров, в том числе 193 контейнера с желтыми этикетками для сбора перерабатываемых отходов и 235 контейнеров с серыми этикетками для сбора неперерабатываемых отходов. На этих этикетках символически изображены складируемые отходы с надписями на русском и татарском языках. За первые 4 недели реализации проекта на сортировочную станцию вывезено 11 тысяч кубометров отходов, что соответствует объему вывоза и в прежнем режиме без предварительного разделения. В этом числе 4,5 тысячи кубов мусора из контейнеров, предназначенных для сбора перерабатываемых отходов, и 6,5 тысяч кубов из контейнеров для неперерабатываемых отходов. Эти отходы вывозятся отдельно. Сначала делается рейс мусоровоза за сортируемыми отходами, опорожняя один вид контейнеров. Затем машина возвращается за другими видами отходов. По итогам 4 недель мы отмечаем пока незначительное, но все же улучшение качества сортировки отходов, поступающих с территории авиастроительного района. Если до 1 августа объемы извлеченных полезных фракций не превышали 7-8%, как в целом по городу, то сейчас этот показатель составляет порядка 15%. В первую очередь в составе перерабатываемых отходов увеличилось количество ПЭТ-бутылок и стекла. Отмечено, что в контейнеры с зеленой этикеткой, с желтой этикеткой меньше поступает пищевых отходов. Большая их часть идет в контейнер с серой этикеткой, и это радует, потому что означает, что людям понятна основная идея разделения на сухие и влажные отходы.